Всем привет, с вами Коба. Сегодня мы будем играть в God Simulator. Я уже чуть-чуть вчера поиграл. Просто посмотрел, как игра. Ну и смысл весь, похоже, заключается в том, чтобы просто сбивать всех, бегать, все сшибать на своем пути, прыгать и выполнять вот эти вот ачивки, как я даже не знаю. Вот это вот слева. Reach for the moon 50 метров. Это типа мне надо так вот разогнаться как-то с высокой точки. И полететь, вот 50 метров пролететь. Вот, сейчас я убавлю чуть-чуть звук. Вот, вот так вот нормально. Да. В общем, появляемся мы вот здесь, в какой-то теплице. Ну и, в общем, не знаю, может быть, есть какая-то суть там в этой игре. Ну, мне кажется, это так, симулятор чисто по приколу сделан, то есть как симулятор камня. Вот, ну, давайте я буду проходить вот эти вот миссии. Так. Чёрт. Язык, да? Нет, нам никак эту машину не столкнуть. Ладно. А вот это вот можно. Не, ну естественно, долго в эту игру не будешь играть, потому что это так надоедает. А, надо нам найти батут, в общем, да. О, вау. На. Все. Надо типа столкнуть, да? О-о-о. Ну давай, есть. Четвертый. Вау, нихера себе. Офигеть. Ладно, пойдем отсюда. Так, нам надо найти батут. Я вчера уже прыгал на них. Так, так, так. Также можно делать всякие трюки здесь. А вот батут. Вот, допустим, вот, вот так вот. Это правой кнопку мыши просто зажать. О. То есть, чем больше мы будем прыгать, тем дальше будет расстояние наше, и мы сможем 50 метров, мне кажется, прыгнуть. Конечно, это будет сложно, сейчас будет трясти. О. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай, вставай, черт. Козел. Ну давай, 41 метр. Давай, давай. Головой прям, ой. Бедняга. Да блин, все равно 41. Давай уже, черт. Не надо было мне падать, в общем, а так у нас, похоже, ничего не получится. Или эта фигня только на 41 метр поднимает. Да, наверное, только на 41. Ну, давайте еще раз попробуем сейчас не падать. Может быть, и получится. Так, 15, 20 почти. Ну ладно, черт, черт, черт. Все отлично. Да почему 20-то только? Давай. Капец, что за бред?
Ой-ой-ой. Ладно. Нет, ну так нам не получится, видимо. 50 метров преодолеть. Протестовали что-то. Я так полагаю, надо... Ой-ой-ой. Во-во-во-во, ну давай. Все, я понял, как нам. Нам надо просто что-то взорвать и подпрыгнуть. А, вот, все, да? Я выполнил, нет? Нет, это другая какая-то была. Вау, это что? И для чего это интересно? Вот опять батут, смотрите-ка. Но на батуте у меня не получится ничего. Надо нам отсюда выбраться. А, ну можно было по лестнице, ну ладно. Я не ищу легких путей. Так. Все. Да блин, почему упал? А-а-а! Да блин, почти сделал, давай. Еее! Видели? Так, значит, мы взрываем. Нет, не так. Во, заправка. Да черт! И не сдох, что ли? Надо как-нибудь взлететь, так понимаете, блин. Как же это сделать? Ну где там? Во! Нет! Черт! Ну-ка, стой. Че это за говно? Чисто падает, что ли? Нет! Падла. Да вставай же, задолбал. Ну нет, ну блин, как так? А, вон машина. Все, вот. Да почему я высоко-то не отлетаю? Пикник, да, пикник, получайте пикник. Тупые падлы. Так, а там что за зеленая хрень? Не-не-не, я не хочу ничего там делать. Есть! Давай. Еее! Фан? Что? Я не понял, что надо сделать. О, давайте туда провалимся. Что это такое? А что, почему такой вид-то сейчас? Я хочу нормальный вид. Почему так далеко? А, она типа уменьшилась? Капец. Плохо. Так, ну то есть нам надо опять, видать, подпрыгнуть. Так же высоко. Ну-ка. Нет, нам не надо так делать. Knock an object really far. Надо удариться от объект. Как-то так. Ну, фары это типа. Ну, очень больно, как я не знаю, как это сказать. Почему у нас малыш-то теперь? Козел.
Нет! Капец. Ну, черт. Он не может? А, вот все может. Ну нет, летать нам точно уже не надо. Что-то надо делать. Там заправку может взорвать или еще что-то. О, видели как я? Ну тоже не это, ну блин. Что тогда надо делать? Все, весь забор он сломал. Поехали тогда на горки, я не знаю. Ну надо же что-то делать. Может с трамплина прыгнем? Вот. Так. Ну, чё застрял? Да что за баг? Нет, ну как так? А мы сейчас прямо с батута на трамплин запрыгнем. Черт. Опасный трюк. Не, ну как так я вылетаю все время? Так. 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 Го! Есть. Теперь давайте вот так. Да блин! Ну-ка, вот интересно, сейчас я хочу попробовать. Как бы с батута на батут перепрыгнуть во время батута не я. Ну, во время прыжка, короче, сейчас. Да черт! Ну нет, ну, не знаю. Игра, конечно, прикольная, но... Тут ну, просто она без сюжета, как бы, чисто. Не знаю, ну там на один, на два дня максимум. Реал. Так. Скорее всего, больше не будет на него летсплей. Ну, то есть, я вообще не буду выпускать на него летсплей. Потому что делать тут нечего. Да черт! Что ты будешь делать? Давай, пожалуйста. Так. Так, го. Ну чуть-чуть не долетел. Да как так? Надо повыше подпрыгивать. Так. Так. Тихо, тихо. Ну черт, ну блин, опять такое говно. Вот это охереть, мы улетели, конечно. Как он не умирает, блин? Это же все-таки симулятор, тут что-нибудь хотя бы должно быть. Не знаю, ну блин, в последнее время, конечно, симуляторы начали делать. Симулятор унитаза, симулятор камня. Теперь симулятор козла. Не, ну, конечно, это не симулятор камня. Тут все-таки есть что поделать. Так, можно, нет, сесть на велик? Ну, ладно. Нет, так нет, тогда знаешь что, иди в жопу. А почему у нас маленький-то до сих пор козел? Надо! Черт!
все. Ну-ка, здесь что? Ну, в принципе, город не очень маленький. Мы практически весь его прошли. О, давайте разрушим магазин. Нельзя? Что? Все разрушим. Все, отлично. Так, машина еще и одна, единственная не взорвавшаяся в этом городе. Что-то меня напрягают эти футбольные ворота. Зачем они? Чё за бред? Так, ладно. А, еще тут есть одна фишка, да, комбайн. Сейчас я вам ее покажу. Так. Это что? Чё это за фигня? Ладно, пофиг. Блин, комбайн не здесь, походу, да. Чёрт. Туалет, что ли? Вот вам туалет. Так. Пойдем людям испортим пикник. А, это... Черт, это капец, конечно, какой-то. Да как так, ё-моё? Я вообще не победить. Давай, вставай уже. Да как? Вот смотрите, я же... Ну, блин. Вот как? Я же подпрыгиваю. Она что, непобедима? Так, а если мы ее языком сейчас зацепим? И сюда. Да как, ё-моё, я просто понять не могу. Черт. Куда-то спрыгнули. Так. А, все. Хера, это же этот камни. Забыл, как называется. Вау, круто, давайте их сломаем. Все. Отлично. Так, а где же все-таки комбайн? Я хочу найти комбайн. Так. О, кран, давайте го на него. Иди в жопу отсюда. Так, это батут. Так, все, идем на кран. Не сбивай меня, тупой человек. Как это я не замечал ты раньше, этот кран? Так. Стройка идет. На него ж можно, да, забраться? Отлично. Ну, нет, я случайно. Как-то он забирается. Да, очень реалистично. Окей. Воу, ветер дует. Так, а что у нас с головой? О, аэроплан, можно его как-нибудь сбить? Интересно. Так, надо обходить, что ли? Нет! Ну, случайно. Падла. Взял, оборвался. А! У нас, короче, не уменьшилось. На самом деле. Вот оно что. Мышки тут отдалять, приближать.
Я случайно уменьшу, вот. Я тут думал, после вот этого вот. Ну, короче, все у нас нормально. С козлом. Так. Аккуратненько. Аккуратненько идем. Ой! Тихо. Вот туда вот можем? Нет. Здесь я не оборвусь. А! Человек сидит! Ну-ка, пошел он. Вау, а давайте как-нибудь на крышу туда попробуем спрыгнуть. Аэроплан. Я хочу на аэроплан. Так. Нет, не получится, мне кажется. Но мы нет. Все говно было. Кран, стой. Но зато убили одного человека, и тут падло это опять. Ну, блин. Я не знаю, что делать. Не, ну я в такие игрушки играть долго не могу. Мне они просто надоедают. Так. Ну все, просто делать больше нечего. В общем, такой был, не знаю, обзор. Ну, я бы... Не знаю, ну просто, да. Можете поиграть в эту игру чисто, поразвлекаться, пофаниться и так далее. Ну, скорее всего, я не буду больше здесь снимать там летсплей. Но это вообще как обзор, да, был. Я даже назову, наверное, обзор. Просто, ну, мне вот скучно вот так вот играть. А вам смотреть тоже, я думаю, не очень интересно будет. Вот. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был Кова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.